Чудесно! А теперь начинайте готовиться к следующим испытаниям. До связи. Вы только посмотрите! Не стесняйся! Ну давай же, такси блюз! Я могу дальше слушать, как ты треплешь своим мерзким языком, или я могу воткнуть электрод себе в заднюю панель и разом покончить со всем этим. Я выполню твою просьбу, но потом ты уберешься со сканеров долой. Приготовьтесь, вас ждет следующее испытание. Возможно, оно покажется вам непреодолимым, но вы справитесь. Здравствуйте. На панели. Нужно подготовиться. Вам удалось многого добиться, но путь еще не окончен. А времени остается все меньше. От вас многое зависит. Последнее ваше испытание будет самым серьезным. Нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами. Ищите хранилище. Тогда вооружайтесь до зубов. Thank you.
Да, почувствуй. Thank you.
еще добыча. Ну, кто бы возражал? Важно, охотитесь ли вы на бандитов или исследуете неизвестные земли. Вам обязательно нужно надежное оружие. Черта на куличках доступны новые задания. Эй, здесь можно подобрать ну что, себе машину! Пора и по газам! Можно даже раскрасить ее в любые цвета! Надоело ходить. Здравствуйте. На панели наград в новой гавани доступны новые задания. Здравствуй, Бет. Здравствуй. Бешеный граф сказал, что у него есть работа для этого тупого искателя-хранителя. Ой. Здравствуйте. На панели наград. Чёрта на куличке. Здравствуйте. На панели наград в новой гавани доступны новые задания. Этой планеты. От тебя странно пахнет. Мы еще потолкуем.
даже раскрасить ее в любые цвета. Лекарство на любой вкус. Вы еще не умерли. Ну, удачи. Увидимся. Если Алое Копье заинтересовалось нами, значит, мы навлекли на себя большие проблемы. Вернее, ты, а не я. Я сижу в безопасном месте, попивая ромашковый чай. Им известна легенда о хранилище, поэтому они вряд ли спокойно пропустят тебя туда. А еще у меня есть масляное печенье. Сочетает в одном оружии высокую убойную силу, скорострельность и амортизацию отдачи. У меня приводы. Хочу
хотите выпустить как можно больше пуль за секунду, Владов решит эту проблему. Заходите. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самым выгодным ценам. Работал на меня. Понял за некомпетентность. Уходя, он украл у меня одну деталь и пнул мою собаку. А она была последней четвертой частью ключа. Деталь была частью ключа, а не собака. Отлично. Я давно тебя жду. Мои люди нетерпеливы, но я буду наслаждаться каждой секундой, пока вся твоя кровь до последней капли не впитается в песок, а твой труп не превратится в пищу для раков. Подходи. Thank you.
смерти. Входи в мое кровное. Устраивайся поудобнее. Мои ребята вот-вот будут здесь. Никто не сможет пожаловаться на гостеприимство великого барона Флинта.
существует. Танис перешла на нашу сторону, и у нас есть весь ключ. Она использовала вас, чтобы добиться своей цели. Вы игнорировали мои приказы, но у меня есть к вам предложение. Вы немедленно покинете планету, а мы не станем вас преследовать. Окажите себе услугу, воспользуйтесь моим великодушием, пока еще есть такая возможность. Жизни. Не стоит испытывать мое терпение. В противном случае мы закроем и торговую сеть. Это первое и последнее предупреждение. Что, черт возьми, происходит? Стил совсем с ума сошла. Эхо-сеть закрывают, а к нам поступают сообщения о перестрелках вокруг убежища. Это зона боевых действий. Убежище вот-вот падет. Местные жители всеми способами рассылают сигналы о бедствии. Но если их сеть закроют, я не смогу. Все пошло не так. Вы меня видите? Эхо-сеть не работает, я вас не вижу. Мы совершенно ослепли, друг мой. Время на исходе. Хранилище можно открыть лишь раз в 200 лет. Если мы не откроем его в ближайшее время, мы упустим свой шанс. Ah!
здесь у нас живут машины. Выбирай по вкусу. Получается. Если хранилище существует, вы сможете себе это позволить. Не знаете, кому доверять? Довериться всегда можно оружию. Пульта не более чем парень с винтовкой. Найдите пульт, который подходит именно вам.
смерть всем, кто стоит у нас на пути! Здесь вас ждет самое лучшее, новейшее высокомощное вооружение. Мое!